Как сэкономить на страховке для умных водителей? 9 полезных лайфхаков для водителей. Способ номер 1. Вычеркнуть неактуальные риски. Каска не только защищает вас от расходов, даже если это вы виноваты в ДТП, но и покрывает траты от происшествий, которых не ожидал никто. Например, стихийных природных бедствий. К счастью, случаются такие далеко не каждый день. Поэтому на этих пунктах страховки можно сэкономить. Допустим, исключить из договора статью «пожар и взрыв». Вероятность этого происшествия в городе мала. Если в вашем климате не бывает снегопадов, можно вычеркнуть падение снега или льда. Затопление. Еще одна угроза, которую часто бывает уместно убрать. Опасные водоемы есть далеко не везде. Некоторые водители отказываются даже от категории ДТП и делают каска только на случай угона или тотальной гибели машины. Это лучше, чем ничего, но все же риск попасть в ДТП есть даже в городах с низким трафиком, поэтому экономия здесь может обернуться против вас. В страховом доме можно снизить до 30%, даже до 35% от полной стоимости страховки, исключая из нее риски, которые не актуальны для вас. Самое главное – не жертвовать важными аспектами и не покупать полисы у страховых компаний однодневок. Приобретайте страховку у тех, кто на рынке давно. Полис от надежного страховщика может вам сберечь нервы и деньги. Способ номер 2. Отказаться от эвакуатора или других услуг. Ремонт машины – это не все, что вы получаете вместе с автокаско. Сюда может входить еще ряд разных услуг. Например, урегулирование после аварии и сбор справок о ДТП. Это за вас может сделать аварийный комиссар. Эвакуацию автомобиля после ДТП или другого происшествия тоже могут взять на себя страховщики. Некоторые водители еще оформляют опцию «техническая помощь». Это мелкий ремонт автомобиля в дороге. Например, когда у вас на трассе заканчивается бензин или спускается колесо. Безусловно, все это облегчит вам жизнь, но если вы и сами можете собрать справки или поменять колесо, это реальная возможность снизить стоимость полиса. В конце концов, сильнее всего по кошельку ударит самостоятельный ремонт автомобиля после аварии, а с мелочами можно разобраться и без страховщика. Итак, третий способ. Взять страховку на срок покороче. Чем меньше срок полиса, тем дешевле он стоит. Это может быть удобно в том случае, если вам некомфортно расставаться с большой суммой сразу, а привычнее платить поменьше раз в полгода. Еще одним выходом здесь может быть рассрочка, которую предоставляют многие компании. Кроме того, можно взять каско с ограничением пробега. Такой вариант подходит, если вы мало ездите или пользуетесь автомобилем только в определенный сезон. Страховая компания установит в машине специальное оборудование, которое будет следить за километражом. Если планируете проехать не более 6000 км в год, сэкономите на страховке до 20%. Способ номер 4. Включить франшизу. Франшиза безусловная. Это сумма, которую владелец автомобиля берет на себя при наступлении страхового случая. Он делит риски со страховщиком и поэтому платит меньше за страховой полис. Допустим, вы оформили каско с франшизой на 15 тысяч рублей, а попали в ДТП с ущербом в 50 тысяч. Тогда страховая компания покроет сумму в 35 тысяч, а остальную часть вы внесете самостоятельно. Обычно полис с франшизой выходит дешевле, как минимум на размер франшизы, но некоторые компании дают дополнительную скидку сверху. ¶¶